Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас на фестивале славянской культуры. На сцене Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов, дирижер Иван Крайник. Дорогие друзья, в программе сегодняшнего концерта для вас прозвучит репертуарная классика оркестра русских народных инструментов. Произведения Виктора Гридина, Виктора Малярова, Николая Малыгина, Веры Городовской, Юрия Клепалова. Их имена занимают достойное место в ряду великих отечественных композиторов-классиков. Вслед за легендарным Василием Андреевым, который заложил основы оригинального репертуара русского оркестра, они с лихвой пополнили его новыми шедеврами, исполнять которые сегодня считают за честь каждый оркестр и каждый солист в России. Виктор Гридин, известный российский баянист, автор сочинений для баяна и оркестра, основатель и дирижер Государственного академического русского народного ансамбля «Россия», солисткой которого была Людмила Зыкина. В настоящее время на родине композитора в городе Курске каждые два года проводится конкурс молодых музыкантов имени Гридина. Баянист Виктор Маляров имеет многочисленные заслуги на композиторском, исполнительском, педагогическом поприще. Он автор известных сочинений для звончатых гуслей, баяна, гармоники, ансамбля и оркестра русских народных инструментов. Николай Малыгин – зачинатель Южноуральской баянной школы. Поучиться баянному мастерству к нему приезжают со всех концов страны, а его произведения звучат далеко за пределами России. Композитор Вера Городовская – основатель отечественной школы игры на гуслях. Она создала огромное количество сочинений для клавишных и звончатых гуслей, домры, балалайки, оркестра. И, наконец, Юрий Клепалов известен в России и за ее пределами как создатель оригинальной манеры игры на балалайке. Его музыка поет о России. Она исполнена глубокой мысли и неразрывно связана с жизнью. Итак, дорогие друзья, добро пожаловать в неповторимый мир классики русского оркестра. Шедевры его корифеев, яркие концертные вариации, колоритные фантазии, монументальные поэмы прозвучат для вас в исполнении оркестра и его блистательных солистов. Композитор Виктор Гридин, «Утушка луговая», солист, лауреат международных конкурсов Константин Новичков, баян. Thank you.
Виктор Гридин, «Тонкая рябина», исполняет оркестр. Thank you.
Виктор Маляров. «При вдалении, при в лужку». Солистка, лауреат международных конкурсов Мария Сахнова. «Домра». «Казак за Дунай». Солист Алексей Макитенко. Баян. Thank you.
Николай Малыгин. Поэма памяти Сергея Есенина. Исполняет оркестр.
Вера Городовская, «Калинка», солист Глеб Авдеев, «Балалайка». Дорогие друзья, в завершении программы концерта Юрий Клепалов, поэма «Русь», исполняет оркестр.
Thank you.
Thank you.
Ямовский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов, дирижер Иван Крайник. Цветы от партнера летних музыкальных сезонов в усадьбе цветочной компании «Нимфа». Дорогие друзья, мы от всей души благодарим вас за внимание. Спасибо, что были сегодня с нами. Ждем вас на новых концертах летних музыкальных сезонов в усадьбе. До встречи!